Саратов подхватил всероссийскую эстафету. Такие митинги уже прошли в ряде городов. И в эти минуты на площадь, на набережной вышли несколько сотен жителей не только Саратова, но и области, чтобы еще раз подтвердить, что полностью согласны с итогами крымского референдума. По морю, по морю, по морю. Это патриотизм нашего родного российского народа. За последнее время он поднимается, и сейчас этот патриотизм идет по всей стране. Единство народа. А сейчас, после референдума, мы уже ясно знаем, что весь народ Крыма хочет быть российским. Это замечательно. Здесь царит поистине патриотическая атмосфера. Буквально повсюду национальная символика, флаги и плакаты, главный смысл которых – это историческое единство Крыма и России. Люди готовились к этому историческому моменту. Город на редкость спокойный был, прекрасно все. Так что все выразили свое волеизъявление, и, как видите, результат ошеломляющий и по городу Герой Севастополю, и по Крыму в целом. Несмотря на общее позитивное настроение, организаторы продолжают собирать материальную помощь и заявляют, что такие митинги пройдут во всех крупных городах России. Уже сейчас заявлено более 80 мест проведения. Вероника Арапова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.